вернулась в наш город? I'm excited to be back with the same team, mostly the same team. Excited for this new coach and just ready to get out there and be better than we were last year. Ну, она говорит то, что она рада, что она вернулась в эту команду второй год подряд. У нас новый тренер. То есть, ну, она вообще рада, ждет нового сезона. Как состояние, как самочувствие, вот, как ожидание вот от этих предстоящих перелетов, вообще в каких кондициях? Антон, ask about your trip. How do you feel? Right now, I just want to go lay down, but tomorrow I'll be ready to go again, go fly out to ECAT with the team and just be ready for whatever. Она говорит, прямо сейчас я, конечно, хочу приехать и лечь отдыхать, но завтра я буду готова проснуться, буду готова ехать с командой уже в тим. Твой сезон в WNBA, если вот кратко резюмировать его, каким он получился, что он дал тебе? We had a lot of ups and downs as a team, but I think towards the end our chemistry got really close, really tight, and I think that helped us a lot and made us have that push to go to the playoffs. So I think the end of the season is what really separated us. Класс, могла помочь команде выйти в плей-офф. Ну, сезон получился нормальный. Да, и последний вопрос. Твои ожидания вообще от сезона в «Надежде»? Уже с кем-то знакомы, мало новичков удалось команде сохранить костяк. I think just going into the season with a clean slate, ready to get after it in practice and in these next few games in the tournament, ECAT, just see how we are and just go from there and hopefully we'll be really good. Да, надо говорить то, что во-первых, она готова, да, она сейчас ждет турнир в Екатеринбурге, чтобы, ну, вообще посмотреть, в каком состоянии мы все находимся. Ждем сезона, мы будем готовы. Все хорошо. Спасибо, удачи, верим. Good luck. You know, Russian. Yeah. Чуть-чуть. Чуть-чуть.